Всем привет! Один из пользователей моего канала попросил разобраться с вопросом отображения углов поворота трассы в продольном профиле, в трассе, в ведомости, которые получаются с помощью инструментов, доступных в российской версии Civil 3D, в российском пакете адаптации. Значит, по углам трасс, что у нас вообще есть? Мы можем сейчас сделать дополнительные кое-какие геометрические построения. Например, так вот сделаем. И получим значение углов. Ну, собственно говоря, направление трассы у нас здесь сверху вниз. Значит, вправо или влево отсчитывается от продолжения прямой по углу. Значит, в данном случае это будет угол влево. Значение этого угла у нас уже показывается как 12 градусов. Можем в размерах выставить единицы градуса минут секунды, точность до секунд. Значит, в терминологии Civil 3D этот угол называется дельта-углом. Есть еще угол, который называется прилегающим углом ТП, и, соответственно, он отмеряется от входящего тангенса до исходящего тангенса. Дельта-угол и угол, прилегающий угол ТП. Значит, в продольном профиле у нас углы отображаются в нижней строчке горизонтальной геометрии, отображаются в виде дельта-углов 12, 18, 11. Здесь, соответственно, у нас такой же 12, 18, 11. Если вы хотите отобразить здесь прилегающий угол, соответственно, можно отредактировать стиль области данных по элементу кривой в содержимое. Вместо дельта угла показать прилегающий угол ТП в градусах, минутах, секундах с точностью до секунды. Окей. Окей. В ведомостях, которые мы можем увидеть в российской версии Civil 3D, есть у нас ведомость элементов плана трасс и ведомость углов поворота прямых и кривых. Создадим сначала ведомость углов поворота прямых и кривых. Выбираем трассу. Окей. Запускается Excel и формируется таблица. Те значения величин углов, которые получаются в этой ведомости, ну, честно говоря, мне идентифицировать никак не удалось. То есть они не соответствуют реальности. У нас первая вершина угла 307 градусов. Не знаю, к чему она относится и как он такой вообще может быть. Но если мы запустим ведомость элементов плана трассы, у нас здесь отображаются углы уже правильно, те же самые 12, 18, 11, которые мы можем увидеть в чертеже и которые были у нас изначально на продольном профиле. То есть делаем вывод, что можно из ведомости элементов плана трассы скопировать просто-напросто значение правильных углов и вставить их сюда вот в ведомость, которая называется ведомость углов поворота прямых и кривых. Также мы можем сделать ведомости средствами Civil 3D через аннотации, добавить метки трасс по сегментам, несколько сегментов, любые, в принципе, метки. Которые при дальнейшем добавлении таблиц преобразуются в наименование прямых и кривых. Трасса, общая таблица по трассе, добавить сегмент, ведомость элементов плана трассы.
Убираем трасс. Окей. Оставляем табличку. Так, это... А, это не то, что я хотел. Свойства таблицы сейчас я поменяю на другой стиль. Ведомость углов поворота. Мы можем при желании отредактировать стиль таблицы таким образом, чтобы у нас угол отображался либо в градусах, минутах, секундах, где по кривым прилегающий угол градусы, минуты, секунд, по прямым прилегающий угол можно удалить, приходная кривая тоже удалим. Окей, окей. Вот получили градус минут секунды. Если хотим, можем вместо прилегающего угла показать значение дельта угла.